Ага. Ну чё, босс, вот мы встретились с тобой. Ха-ха, ты меня так просто не споймаешь. Так, а чё это у нас тут кнопочка? Камни теперь сыпятся тебе прямо с шахты. Ау-ау, как ты мне надоел, красный шарик. Я тебя споймаю. Ой, твои камни тебе не помогут. Ага, помогут, на тебе. А ну-ка, тут меня сможешь словить? Сейчас, я немножко отдохну, ауч. Я тебя словлю, шарик. Оп, еще один, на тебе. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ты меня все равно не споймаешь, на тебе. Помоги мне, шарик, спаси меня. Конечно же, я спасу тебя, так только нужно уклониться от этих всех пулек. Ай-яй-яй, ключик. Так, второй, третий. Сейчас. Йоп, отлично, еще один. Фух, понесло. И вот этот. Оп. Здорово. Хорошо. Всем привет, ребяточки, меня зовут Скулит Зиды, мы продолжаем свою веселую историю, где сражаемся с шариками против квадрата. Это будет очень интересно и круто, так что приятного просмотра. Так, нужно этого с красной повязочкой. Срочно. Хе-хе-хе, сейчас ты засмеешься. Хе-хе-хе. Так, что все красного? Все будут бить красного. Промахнулся. Хе-хе-хе. Вот он, хе-хе-хе. Так, давайте вот этого. Все. Ага, все, не все, их смотрите еще там сколько. Окей. А что ты скажешь на это? А, придется этого убрать. Так, ну мы успеваем. Так, мастерство у нас растет. Ого, пираты. Пираты, вы что, в себя поверили? Выйдут откуда такие интересные? Что, почему мы не ударили? Это что у него за усиление? Так, ну, доигрался он. Ага, быстрее, Матильду. На тебе. Подлечились. Так, сейчас мы победим его. Ты чё ты бьёшь, Матильду, что тебе от неё надо? Готово. А вот она и победа. Даже 3 звезды дали. Так, 3 брёвнышка. Окей. А тем временем мы, ребята, нашли тут некую одежку. Так, что это у нас тут дает? Кислотный дождь. Чё это за шляпа такая странная? И целебный дождь. Ну чё, попробуем. 5-й вообще тут есть. Нет, нам нужно оставаться с вот этой шляпочкой. Она очень крутая, и менять ее не особо хочется. Жалко, что мы не сразу посмотрели, но ничего. Давайте зайдем сюда и, может быть, что-то выбьем.
Так, это у нас на кого? На Матильду. Супер. Супер. Раз у нас все неплохо... Что? Так, я хотел рассказать, что у нас там все неплохо. Вы посмотрите, тут какие-то мини-отряды квадратов. Вы серьезно думаете, что вы сможете меня победить? Да, смешные они. Ой-ой-ой. Малышни-то сколько? Это что за племена? Ребят, какие же они смешные, такие маленькие смешные. Так, ну давайте вот этих. Они как будто котята какие-то нападают на нас. Так, остались одни котятки. Оп. Здорово. По 10 тысяч очков за то, что у нас столько жизни было. Хе-хе-хе. Ой, да ну мне даже жалко с ними сражаться. Они такие маленькие и смешные. Чего это ты, колдун, хочешь от нас? А ну сейчас мы тут залезем. Так, какой-то тут новый свинтус решил на нас напасть. Ну, ребятки, сейчас попробуем с ним сразиться. Так. Ого, он такой толстый. О, собираешься Матильду бить, да? Плохо дело. Мы тогда ее защитим. Ну давай. Ого! Ты чего так больно бьешься? Есть, оглушили, это хорошо. Второй раз оглушили. Классно. Так, ну тогда держи. Ой, вот это он наполучал. Так, нам хватит его победить? Хватит, хватит. Фух. Ну, крепкий-крепкий квадрат, конечно, ничего не скажешь. Ребят, ну что ж, вот такая у нас получилась серия. Надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока, в следующей серии мы сразимся с прошлым нашим обидчиком. Yeah.